ôn lại một chút nhé. Chúng ta có động từ jealous. Jealous có nghĩa là gì nào? Yeah. Jealous. No. Say. Jealous là gì? Làm. À, jealous là làm cái gì đó. Đấy. À, khá là sớm. Chúng ta chia động từ jealous nào. Chia nào. Yeah. Yeah, Yeah, jealous là you. Đấy. Yeah, yeah, jealous là you. Tươi. yes. Tươi jealous là yes. Khá là sớm. On. Oh, yeah, yes. On jealous là yes. À, khá là Mười. sớm. Mười. Mười yeah, Mười jealous là em. Vui. yeah. Yeah, Vui jealous là chị anh ấy. anh ấy yeah, Anh ấy jealous là yes. Khá là sớm. Tạc như vậy là chúng ta đã học xong ôn lại xong động từ jealous. À, bây giờ hỏi что ты делаешь, Маша? Trả lời sao nào? Что yêu. ты делаешь? No. Masha. Маша. Читаю журнал. Я читаю журнал. Хорошо. Я читаю журнал. Чьи động từ читать nào? Читаю. Я читаю, ты. Ты читаешь. Ты читаешь, он. Он читает. Мы. Мы читаем. Вы. Вы читаете. Дети, они. Они читают. Хорошо. А, ты видишь, когда ты спрашивать, có nghĩa là gì ta? Спрашивать, спрашивать. Так ты спрашивать. Разина. Спрашивать. Но. Động từ спрашивать là học đấy. À, так. Động từ спрашивать mà là học này. Đấy. Đấy. Là hỏi. Học. Hỏi. Спрашивать là hỏi. Đấy. Так. Спрашивать я. Tôi hỏi mà. Спрашиваю. Спрашиваю. Là tươi. Спрашиваешь. Ты спрашиваешь, он. Он спрашивает. Мы. Мы спрашиваем. Да, вы. Мы спрашиваете. Да, они. Они спрашивают. Они спрашивают, да? Đó. À, bây giờ hỏi là спрашивать, vậy trả lời là gì? At Отвечать. chat Отвечать, đấy. Động từ отвечать là trả lời. À, chia động từ отвечать nào. Я. yeah, Отвечаю. Trọng âm nhé. Я отвечаю. Đúng rồi. Он. Đã. Với. Отвечаете. Они. Они отвечают. Они отвечают. Хорошо. А, thì bây giờ có động từ смотреть. Смотреть là cái gì vậy? Смотреть. Xem ạ. À, là xem cái gì đó. Đấy. À, chia động từ смотреть nào. Я смотрю. Ты. Ты смотришь. Ты смотришь. Да, ты смотришь. Он. Он смотрит. Он смотрит. Мы смотрим. Мы смотрим. Вы. Вы смотрите. Вы смотрите. Они. Вы смотрите. Но. Они. Они смотрят. Они смотрят, да? А, хорошо. Да, ладно, ты смотрит. А, да, ты смотрит. Так. À, thế bây giờ nói nè. Petya và Misha đang xem TV. Nói thế nào nào? Petya và Misha đang xem TV. Smotriat À, Petya và Misha là hai người thì nó phải là ngôi anh nhì. Anh anh nhì smotriat đấy. Anh nhì smotriat televizor. Хорошо. Петя и Миша смотрят телевизор. А, так, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nào. Ôn tiếp. À, phần bài trước của chúng ta còn có một động từ nữa, đó là động từ работать. Работать. Đã, работать. Работать có nghĩa là gì nào? Работать. Nó. Có nhớ động từ работать là gì không? Việc. Là làm việc đấy.
Работа для ламбек. Так. А, работа для ламбек. Ты, а чем ты работать? Я? Я работаю. Я работаю. Ты? Ты работаешь. Ты работаешь, да? Он? Он работает. Он работает, да? Он работает. Мы? Мы работаем. Мы работаем, вы? Вы работаете. Вы работаете, они? Они работают. Они работают, хорошо. А, ты сейчас, когда ты учит. Учит, да, Зина? Учит. Учит. Да, да, ты учит. Да? Учит, как это, Зина? А, учит, как это, học. Да, хорошо, ты учит, как это, học. А, bây giờ chúng ta chia động từ учит, nào. Я? Я учу. Я учу. Ты? Ты учишь. Ты учишь, да? Ты учишь. Он? Он учит. Он учит. Мы? Мы учим. Да, вы? Вы учите. Да, они? Они учат. Они учат, да? À, đó, không cần nhìn chúng ta à, phải chia để làm sao chúng ta không cần nhìn vào đây đấy, à, nói với anh vách luôn đấy, à, đó, à, tác vụ хорошо, bây giờ sẽ có đoạn đối thoại nào. Что делает твой муж? Что делает твой муж? Он работает. Он работает, да? Он работает, хорошо. А, а ты работаешь? Да, да. Я тоже работаю. Да, хорошо. А что ты делаешь? Что ты делаешь? Я учу русский язык. Я учу. Чем он заявлен сам, да? Я учу. Учу. Да? Я учу русский язык. Да? Я учу русский язык. Русский язык, хорошо. А что муж делает? А он... Муж? Ну? Что он делает? Что делает? Что он делает? Что муж делает? Что он делает? А, так ты делала зи? Делает. Но? Учится. Он? Муж, что муж делает? А, чем он делает, Зина? Что муж делает? Чем он делает? А, муж? Đang đang xem điện thoại. Да. Câu đây cơ mà. Муж. Муж продает товары. Товары. Муж продает товары. Да? Хорошо. Он продает товары. А, chúng ta có động từ gì đây nào? Động từ продавать. Да? Продавать. Продавать. Đúng nào? Да? Продавать. Продавать có nghĩa là gì? Продавать. Продавать это значит? Bán hàng. À, продавать là bán, да? Bán cái gì đó, да? À, chia động từ продавать nè. Я. Я продаю. Я продаю. Ты. Ты продай. Ты продаёшь. Ты продаёшь, да? Ты продаёшь. Он. Он продаёт. Он продаёт. Мы. Мы. Продаучи. А, мы продаем. Учаем. Продаем. А мы продаем. Мы продаем. Мы продаучи. А вы продаете. Они? Они продают. Они продают, да? А, так, хорошо. А, они продают. Мы продаем. Мы продаем. Да, они продают. А, хорошо. А, так, не вайда, да, ты продавать. Видите, продавать. А, что продают? Сувениры. Сувениры. Что такое сувениры, лагизи? Сувениры. Сувениры, лагизи. Долю нет. А, сувениры, долю нет. Так, он продает сувениры. Что он продает, человек? Что он продает? Что они бангизи. Он продает. Сувениры. Он продает сувениры. Да? Он продает сувениры. Да? Он продает сувениры. А, да? Сувениры. Có nhớ từ này không nào? Nhớ. Lưu niệm. À, nhớ, có nhớ được nó không? Có nhớ được không? Đấy.
Да, сувениры. Он продает сувениры. А, так, хорошо. Так, что Катя делает? Вот эта девушка Катя. Катя, Катя, что она я. делает? Куда она вызывает? Кота. Катя, Катя. Вот это Катя, да? А, что она делает? Куда она вызывает? Работай. Она, Чалойна, она работает, да? Она работает, да? Да? Что Катя делает? Катя работает. Да? А, хорошо. А tiếp theo là chúng ta sẽ có động từ играть. À, ôn lại động từ играть. Играть có nghĩa là gì? Chơi. Chơi. Играть chơi. À, хорошо. Chia động từ играть nào. Я играю. Я играю. Ты? Ты играешь. Ты играешь. Да, он? Он играет. Он играет. Мы? Мы играем. Мы играем. Вы? Мы играете. Вы играете, да, они? Они играют. Они играют, да? А, да, ты играть. А, ты theo ты хотеть на? Хотеть là gì? Muốn À, хотеть là học mong muốn làm cái điều gì đó, đấy. Хотеть là mong muốn. Хорошо. À, chia động từ хотеть nào. я хочу Я хочу, ты? ты хочешь хочет Ты хочешь, да, он? хочет Он? он хочет Он хочет. Мы? мы хотим Мы хотим, да? Мы хотим. хотим Мы хотим, да, мы хотим. Вы? Từ này hay bị lẫn. Да. Мы хотите. Вы хотите? Они? Они хотят. Они хотят, да? А, да, хорошо. А, так, thì chúng ta đoạn đối thoại nào. Что мы делает? Đấy. Что мы Anh đang. делает? Đó. Tôi mơ về lấy. Nó Mơ что đang мы ngủ. делает? Мы? Mơ đang ngủ. Đang Mơ ngủ gì? À, mơ speed. Đấy. Mơ speed. À, ngủ là gì? Ngủ là đang speed. đang. À, động từ chúng ta có động từ ngủ là động từ spike. Đấy. Động từ spike. Ừ. Anna đang ngủ. Đã. Thế bây giờ chúng ta sẽ chia cái động từ spike đấy nhé. Đấy. Khá đấy. Up. Tôi mơ À, về tạc. lại. Tôi mơ Что мы về lại. делает? Đấy. Что мы делает? Đó. Tôi Tạc. Anh ta có động từ spot. 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 Đấy. À, spot. Đó. Tạc. Chúng ta sẽ cho nó màu xanh. Y gắt là đang chơi. Đấy. Tạc. Spot. À, chúng ta có động từ spot. Spot. Вот. Đây là động từ ngủ. Đấy. Động từ ngủ chia như nào nào? Sp. Lưu, sp lưu, sp lưu, sp lưu. Yes, blue. Yes, blue. Yes, blue. Yes, Tới. please. Speech. Is Fish speech. On. on space On speed. Speed. speed Đấy. Mới. mười Mới speed với. spin sờ Speech. phone nghe Với piche speech. Они спят. piche piche Они спят. piche Đấy. piche Они спят. piche À, đấy nào. Tắt. Đó. À, thế vậy thì đó là động từ spot. Thế bây giờ spa chia. À, động từ spot đấy. Động từ spa spot. À, có động từ ngủ thì có động từ ăn. Nhìn xem động từ ăn nào. ăn Ăn. Ăn là động từ yes. Yes. yes Yes là ăn. Đấy. yes Yes. yes Đó. yes Ăn. À, yeah yeah nào. yeah yes Yam. yeah Đấy. yeah Yam. yeah Tươi. tôi nghĩ Yes. Tươi yes. yes Tươi yes. On. on oh Yes. yep Yes. yes yes On yes. Đã. Mươi. Bịt Yedim. yes yes Với. Yedite. em chị chín Anh. yes Yedat. chín Anh. Yedat. Được chưa? Đấy. từ này cũng chết đi À, khó khó quá đúng không? Đấy. lần Đấy. đầu À, nó khó thì mới mới phải học, dễ là đã không phải học. Đúng không yes nào? yes Yeah, yeah yeah yam. Tuy yes. On tôi yes. yes Mười điểm.
Едим. Вы едите. Вы едите. Они едят. Едят. Они едят, да? Едят. Они едят, едят. Едят. Да, они едят. А, так вот, дала, дам ты. А, есть. Ребизаной, что мы делает? На, человек, надо ngủ, на. Она. Она. Она спит. Спит. Она спит. Не спит. Она спит. Что мы делает? Она спит. Она спит, да? Друзья? А, так вот. А, хорошо. Тебе за мной. Но дан Анна. Она. Она ест. Она ест. 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 Она ест. Она ест. Она ест. Она ест. А, да. Что она делает? Она ест. Она ест. Хорошо. Так. А, вы работаете? Вы работаете? Вы работаете. Вы работаете? Да. Вы работаете? Это хой. Как бы. Вы работаете? Человек сам. Вы работаете. Вы работаете? Да, мы работаем. Кочем туда нам век, да? Да. А, дуна. Да, мы работаем. Да? Да? А, так. Где? Так. А, хорошо. А, что вы продаете? Что вы продаете? Кабан, бан, газина. Что вы продаете? Мы продаем. Мы продаем, зина. Чем тогда бан, газина? Бан, газина. Мы продаем сувениры. Сувениры. Да, мы продаем сувениры. Да? Сувениры. Мы продаем сувениры. Да. А что вы хотите? Что вы хотите? Что вы хотите? Да. Я хочу купить. Купить это. Это. Я хочу это купить, да? Да, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ты не знаешь, что это? Это лời đối thoại khi mà khách hàng hỏi chúng ta cái gì đó, да? Có phải vậy không? Так вот. À, хорошо. Tiếp theo nào. Tiếp theo. À, chúng ta sẽ kiểm tra xem. À, đây là phần bài đọc của chúng ta lần trước chúng ta đọc rồi. À, đúng không? Đã. À, ta. Chúng ta có động từ писать. Писать là gì nào? Писать. Писать. No. Писать. Viết. Писать là viết đấy. À, писать là viết. Хорошо. Chia động từ писать nào. Я пишу. Я пишу. Ты. Ты пишешь. Ты пишешь. Он. Он пишет. Он пишет. Мы. Мы пишем. Мы пишем, да? Вы. Вы пишете. Вы пишете, они. Они пишут. Они пишут. Они пишут, да? Они пишут. Да? Так. А, хорошо. À, đó là động từ писать. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài này nào. Đọc lại cái bài này nào. Это Иван Петрович. Это Иван Петрович. И? Это сын. Иван Петрович и его? Его семья. Его семья, да. Его семья, да? Это Иван Петрович и его семья. Так. Иван Петрович и его семья. Семья Лазина. Семья. Семья Лазина. Семья Лазина, да? А, это Иван Петрович и его семья. Так, хорошо. А, так, а, семья Лазина. Задин Куаня. Его. Его Лазин Куаня, да? Его. А, Иван Петрович. Ты Тетяна. Кто? Иван Петрович. Кто? Иван Петрович. Учитель. Ну? Он учитель, да? Учитель. Он учитель, да, хорошо. Да. Так, а его жена? Жена на... Наталья, да? Наталья. Да, Наталья, и Тюя, где? На Куфе. А, да, не. Но, да. На Куфе. Наталья, Наталья Петровна, да? Петрова. Наталья Петровна. Петрова. Наталья Петровна. Так. Так.
Врач. Она кто? Она врач, да? Она врач. Она врач. Хорошо. А сегодня какой? Какой день? Нет. Сегодня выходной. А, выходной. Выходной или зевай? Ну. Понятно? Ngày nghỉ. Выходной или ngày nghỉ, да? А, хорошо. А сегодня выходной. Сегодня. Иван Петрович. Иван Петрович дома. Дома. Да. Выходной. И cho nên là ông ấy ở nhà, да? Сегодня выходной, поэтому он дома. А, хорошо. А что он делает? Он. Они đang làm gì nào? Он читает журнал. Да? Он читает журнал. А, так, хорошо. А Наталья Петровна, что она делает? Наталья Петровна смотрит телевизор. А, Наталья Петровна смотрит телевизор. Да? Смотрит. Да, телевизор. Телевизор. А, телевизор, хорошо. У них есть кто? У них есть... Двое детей. У них есть двое детей. Детей на зи. Детей. Дай лаги ты зи, да? Детей на зи, да? Он. А, детей. Суфа ты ты зи, да? Он, да? Дети, дети, да? Сырфатыгиты, дети, да? Дети. Так, Антон и Маша. Антон и Маша. Антон и Маша. Да? У них есть двое детей. Это их дети. Антон и Маша. Антон и Маша. Хорошо. И кто они? Они? Они школьники. 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 А, хорошо, сейчас они где? Где они? Сейчас они дома. Они дома, хорошо. А, что они делают? Они делают уроки. Уроки, да? Уроки. Уроки ла гизивай? Уроки ла... Но? Хап. А, байхап, да? Байхап. Хорошо, дедушка и бабушка? Дедушка и бабушка тоже есть. Здесь. Здесь ла гизи? Не ла зина? Здесь. Есть. Здесь. Здесь ла зи? Адай. Ла адай, да? Хорошо. Дедушка пишет. Пишет. Пишет ла. Письмо. Вет. Письмо. Ветка пишет. Письмо. Пишет письмо. А бабушка? А бабушка отдыхает. Отдыхает, да? А, отдыхает, хорошо. А, хорошо, а кто Иван Петрович? Кто Иван Петрович? Как зовут его? Нет. Кто Иван Петрович? Далеко хочу, эм чалайна. Кто Иван Петрович? Кто он? Кто Иван Петрович? За какого на это лазина? Кто лази? Кто лазина? Ну? Иван ла ай. А, Иван Петрович. Он Иван Петрович ла ай. Ай. А, ла ай. Он ла ай вай. Кто он? Учитель. Он? Он Иван Петрович. Он? Учитель. Он учитель, да? Он учитель. Он учитель, хорошо. Он учитель. А, так, хорошо. И как зовут его жену? Жену? Как его жену зовут, да. Как зовут его жену? Его жена. Жену. Нема, nói là, để nói tên là gì thì phải nói ở cách 4. Đấy. Anna. Nói cách 4 thì có nghĩa là gì? Là. Yêu. Как зовут ее? Ее có nghĩa là sang cách 4 rồi, đúng không nào? Đấy. À, vậy thì chúng ta nói là gì nào? Как зовут его жену? Жена là cách 1. Жену. Жену là cách 4. Đấy. Как зовут его жену? Как зовут его жену? А, tên của bà ấy là gì? Tên của vợ ông ta là gì? Đấy. À,
Хотелось она. Да. Его жену. Его жену Его жену. Наталья. А, его жену зовут. Его Зовут. жену Зовут. Зина. зовут Наталья Петровна. А, Наталья Петровна, да? Так. А кто его жена? Кто его жена? Брат. Она врач. Она Брат. врач, хорошо. А что делает Иван Петрович? Иван Петрович дома. Иван Петрович дома. Да, он дома. Ну а что он делает дома? Что он дома делает? Что он делает? Что он делает дома? Anh ta đang làm cái gì ở nhà? Что он делает дома? Đang đọc báo. À, Он он читает. Он читает. Что он читает? Он читает. Он читает. Журнал, да? Он читает журнал, хорошо. А что делает его жена? Его жена. Что делает его жена? Он там делает. Да. Что его жена делает? Она смотрит. Она смотрит. Смотрит. Да, она смотрит. Что она смотрит? Телевизор. Телевизор. Телевизор, да? Она смотрит телевизор. Ну я, да? А, так, хорошо. А у них есть дети? У них есть дети? У них есть двое детей. Двое детей. У них есть двое детей, да? А, двое так, у них есть двое детей, хорошо. А как их зовут? Как их зовут? Да. Они... Алло. Как их зовут? Сейчас. Их зовут. Их зовут. Их зовут. Ну. Иван. Чем ты назина? Что они... Их... Как их зовут? Они... Их... Không nói, они зовут, mà nói. Их зовут. Их зовут Антон и Маша. Антон и Маша. Ну, так. И что они сейчас делают? Сейчас делают. Ну, что они делают? Вот сейчас они вот сидят, и что они делают? Он... Они делают уроки. Они делают... Что они делают? Уроки. Они делают уроки, да? Они делают уроки. Хорошо. А так, а что делает дедушка? Что дедушка делает? Дедушка пишет. Пишет. Что он пишет? Пишет. Что он пишет, да? Что он пишет? Письмо. А, он пишет письмо. А что бабушка делает? А бабушка отдыхает. Бабушка отдыхает, да? Бабушка отдыхает. А, хорошо. А, это значит, мы уже повторили этот текст, да? А, thế bây giờ, nhìn vào cái bức tranh này. Đó, nhìn bức tranh này, kể lại nào. Kể lại. Ну. Это семья. Это Иван Петрович. Его семья. Đúng không? Đấy. Phải vậy không? Đấy. Это Иван Петрович и его семья. А так. Семья. Ну, tiếp theo nè. Tiếp theo kể kể được cái gì nữa nè. Kể về bà, бабушка. À, kể luôn về bà luôn này. Kể luôn. Nhớ được kể đấy mẹ. Đang kể về ông Ivan Petrovich. Ông кто? Кто он? Kể sang ông ấy là ai? Ông làm gì? Ông ấy hôm nay ông đang ở đâu? Он кто? Он и ông Peter учитель. Он учитель, да, хорошо. А где он сейчас? Дома. Он сейчас дома. И что он делает? Что он делает? Он читает журнал. А, он читает журнал. Он читает журнал, хорошо. А кто его жена? Что его жена?
Кто его жена? Она врач, хорошо, она врач. Она врач. И как ее зовут? Наталья Петровна. Хорошо, Наталья Петровна. Так, Татьяна, у них есть дети? У них есть дети? У них есть двое детей. У них есть двое детей. У них есть двое детей. Тетяна, как их зовут? Их зовут Антон и Маша. Антон и Маша, хорошо. И что сейчас они делают? Они делают уроки, хорошо. Они кто? Чунна ай? Они ученики. А что делает дедушка? Дедушка пишет письмо. Дедушка пишет письмо. Что делает бабушка? Бабушка отдыхает. Да? Отдыхает. Бабушка отдыхает. Thì như vậy đó là gì chúng ta kể về được từng người một, đúng không nào? Thì bây giờ muốn mà nói được nhanh thì chúng ta phải kể lại nhiều lần, nên cứ nhìn bức tranh này kể lại này. Это Иван Петрович и его семья. Иван Петрович учитель. Сегодня выходной. Он дома. Он читает журнал, а его жена Наталья Петровна, врач, она тоже дома. Она смотрит телевизор. У них есть двое детей. Да? У них есть двое детей. Они школьники. Они делают уроки. Дедушка и бабушка тоже здесь. Дедушка пишет письмо. А бабушка отдыхает. À, đúng chưa? Bây giờ nói thì ra nói thì em hiểu được hết rồi, đúng không? Đấy, hiểu hết không? Hiểu hết, đúng không? Đấy. Vậy thì em thấy là gì nào? Học ngoại ngữ nó là gì? Cái việc chúng ta lặp đi lặp lại. Đấy. Lặp đi lặp lại những cái câu mẫu nó quen rồi. Xong nói nhiều nó quen. Xong sau đó là gì? Cần chúng ta nói ra cái là chính xác luôn, đúng không nào? Đấy. Đó. Thế vậy thì người ta không xây dựng. Tự xây dựng câu trong giai đoạn đầu, thông thường người ta không tự xây dựng câu, mà người ta gì, người ta học những cái mẫu câu chính và người ta nói những cái mẫu câu đó, sau đó thì gì, nó tạo thành một thói quen, bộ óc của chúng ta tự biết phân tích và nó sẽ tự biết đặt câu, em hiểu chưa? Đấy. Хорошо, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một số những cái tính từ. Chúng ta đã học tính từ rồi đấy. Tính từ chúng ta nào, em nhìn tính từ nào. Gì thế nào? Новый là gì? Mới. Старый. Старый là cũ. Cũ. Большой. Большой. Маленький. Nhỏ. Маленький là nhỏ đấy. Большой, маленький đấy. Так хорошо. Tiếp theo nào. Большой, маленький. Tiếp theo nào. Длинный. Dài. Короткий. Ngắn. Длинный и короткий. Да? Так, широкий. Rộng. Узкий. Hẹp. Hẹp, да? Главный. Chính. Đường chính. Да? Главный là chính. Да?
Главный? А. Кто главный в вашей семье? Кто главный? А trong gia đình ai? Trong gia đình em ai là chính? Муж. Муж. Муж главный, да? Муж главный. Có nhiều người phụ nữ thì bảo я главная, я главная, да? Em là chính, да? Em là chính, да? Rất tự hào em là chính. Thế cái người phụ nữ khôn thì người ta bảo chồng là chính, tội vạ đâu không chịu, đấy. À đúng không? Đấy. À lấy việc gì mình phải nhận mình làm chính làm gì cho nó vất vả ra, đúng không nào? Đấy. Đó. À đấy cái gì? Kệ cho ông chồng là chính đi, cho ông tự hào đi. Đấy, mọi việc cứ đổ lên đầu ông hết đấy. Tại хорошо. Зелёный là gì nào? Зелёный. Màu nó xanh. Là màu xanh. Российский là gì? Российский. Российский là bảo tàng của Nga thuộc về. Российский là thuộc về nước Nga đấy. Nước Nga. À thuộc về nước Nga đây có chữ gì nào? Россия đấy. Россия là nước Nga. Российский là thuộc về nước Nga đấy. Так. Улица. Улица. Улица là gì? Đường phố. Đường phố. Собор là gì nào? Собор. Собор. Nó. Có từ собор. À có nhớ từ собор là gì không? Hả? Nhà thờ à nhà thờ đấy. Chasta là gì nào? Chasta. Chasta. Chasta không nhớ đấy. Chasta là thường xuyên đấy. Thường xuyên đi lại. Là thường xuyên để thường xuyên làm một cái việc gì đó thường xuyên đấy. À, gọi là chasta đấy. Иностранный là gì nào? Nước ngoài, thường xuyên đi dạo ở đây, à, người nước ngoài. Đấy. Nước ngoài, так. À, так, хорошо. À, chứ bây giờ chúng ta có động từ гулять. 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 Да, гулять. Гулять có nghĩa là gì nào? Гулять. Đi chơi. À, dạo chơi, đấy, гулять. Chia nào? Я гуляю. Я гуляю. Гуляю. Ты гуляешь. Ты гуляешь. Он гуляет. Мы гуляем. Мы гуляем. Вы гуляете. Гуляете. Они гуляют. Они гуляют. А, đó là động từ гулять, đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có động từ gì nữa đây nào? À, chúng ta sẽ có động từ знать. Động từ знать. Знать là gì nào? Знать. Nó. Biết. Là biết. Biết. À, đúng rồi, là biết đấy. À, знать là biết. Да. Толкаю. Катую. Но. Чья она? Я знаю. Я знаю. Ты знаешь. Он знает. Мы знаем. Вы знаете. Они знают. А, они знают. Хорошо. Вот мы сейчас смотрим câu nào. А, mẫu câu với từ новый. Chúng ta có từ новый дом. Новый дом. Là ngôi nhà. Gì đây? Ngôi nhà mới. Thế nên là câu hỏi là gì? Какой дом? Ngôi nhà như thế nào? Какой дом? Trả lời sao? Trả lời là новый дом. Đấy. Có từ старый дом. Старый дом. Câu hỏi nào? Какой дом? Какой это дом? Какой это дом? Ngôi nhà này như thế nào? Это старый дом. Это старый дом. Đấy. À. Какой это город? Какой это город? Это старый город. Это старый город. Ханой. Какой это город Ханой? Это старый город. Ханой это старый город. А, хорошо. А, сейчас мы как это hợp. Этот город. Этот город. А, cái từ этот này đại từ đây là đại từ đây người ta gọi là đại từ chỉ định. Đấy. Đại từ chỉ định. Этот. Không phải Ether mà là Ether đấy. Ether. Ether bởi vì sao? Đây là город là danh từ giống đực cho nên là Ether đuôi đấy. Ether đấy. Ether город nghĩa là thành phố này. Thành phố này không cổ kính. Ether город не очень старый. Thành phố này không cổ kính lắm. Ether город не очень старый. Так, хорошо. À, человек là gì? Молодой. Человек. Có nhớ человек là gì không? Người ạ. À, một người, một con người. Đấy. Молодой человек. Молодой là gì nào?
Чей-чей. А, чачу. Молодой человек. Молодой человек. Молодой муж. Молодой муж. Молодой муж. Молодой муж. Чем. Chồng trẻ tuổi, tôi chồng có một trẻ. Ông chồng trẻ tuổi đấy. Молодой муж, đấy. Молодой муж. À thế bây giờ nói thành phố Petersburg không cổ kính lắm. Petersburg. Petersburg đọc là pi chi pi chi r bu r. Petersburg. Petersburg. Petersburg đọc là burg. Burg. Petersburg. Burg. Не очень. Не очень старый город, да? Не очень старый город, да? Не очень старый город. А, верно. Не очень старый город. Тетяна. Большой город. Большой город. Большой город. Большой город. Большой город, да? А, так, Тетяна. Маленький город. Маленький город, да? Маленький город. А, маленький город. Маленький город, có nghĩa là gì nào? Маленький город là thành phố nhỏ, đấy. Thành phố nhỏ người ta còn gọi là городок. Городок. Городок, đấy. À, городок. Маленький город, городок. À, đó. Петербург. Да. Петербург. Но. Городок. Петербург. Красивый и большой город. Красивый и большой город, да? Петербург. Красивый и большой городок. Thành phố Петербург là thành phố vừa to nhưng mà lại vừa đẹp. Đấy. To vừa đẹp, đúng không đấy? Xinh đẹp. À đó, to vừa đẹp. Đây chúng ta có từ gì đó? Проспект. 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 Проспект là gì vậy? Đại lộ. Đại lộ đấy. À bây giờ nói câu ở đây có nè. Ở đây có. Yes, yes. Ở đây có là yes, yes. Ở đây có yes. À, yes. Những đại lộ to và mới. Новые и большие. Новые и. Новые и большие. Большие проспекты. Здесь есть новые и большие проспекты, да? А, так. Tiếp theo nè. À, một đại lộ dài nè. Đại lộ dài. Длинный проспект. Проспект. Длинный проспект. А, дай лу ngắn nào. Короткий. Короткий. Проспект. Короткий проспект. А, так. Дай лу Невский. Невский. Невский проспект. Проспект. Невский проспект. Длинный. Длинный и широкий проспект. Проспект. А, длинный и широкий проспект. А, дай лу Невский là đường phố chính của Петербург. Невский проспект. Главная улица. Улица. Петербурга. Главная улица Петербурга. Петербурга. Да. Ở đây có nè. Những đường phố nhỏ và hẹp nè. Здесь есть. Есть маленькие и узкие. Узкие улицы. Да? Здесь есть маленькие и узкие улицы. Да? А, да. Ở đây có những đường phố cũ và hẹp nè. Yes, yes, yes. Старые и узкие улицы. Узкие улицы. Đấy. À, ở đây có những đường phố dài và rộng nè. À, đường phố này vừa dài và lại vừa rộng nè. Eta улица. Eta, em thấy eta là gì? Eta đó là đi với danh từ giống cái là eta. Đấy. Eta. Đi với danh từ giống giống được thì là etat. 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 Từ etat tương lai này. Этот город, этот. Это улица длинная и широкая. Длинная и широкая, да? Широкая. Длинная и широкая, да. Đúng không, да? Так, длинная и широкая. Là nó vừa dài, mà nó vừa rộng, да? А, хорошо, tiếp theo nào. Так, я знаю известные музеи Петербурга. Известные là gì vậy? Известные, да, nổi известные, là gì? Nổi tiếng, đấy. À, известные là nổi tiếng. Tôi да. Biết những cái bảo tàng nổi tiếng ở Petersburg. À, những cái nhà bảo tàng nổi tiếng ở Petersburg, đấy. À, có nhà bảo tàng gì nào?
Эрмитаж. Тижа, да, эти надо, ханти, ша, ша, ша. Да? Эрмитаж. Русский музей. Иска. Исаа. Давай, Исаа. Исаакиевский собор. Исаакиевский собор. Исаакиевский собор. Да, хорошо. Все знают. Все знают. Известные музеи Петербурга, да. Все знают известные музеи Петербурга, да? А, хорошо. Ханой, это не фусайна. Ханой, зеленый город. Зеленый город, да? Город. А, Петербург, это не фусайна. Петербург не очень зеленый город, да? À, ở đây có những cái vườn và những cái công viên nổi tiếng nè. Yes, yes. Yes. Is известные сады. Сады и парки. Сады и парки, да? А, так, хорошо. А, vườn mùa hạ nè. Летний сад. Летний сад. Đó là một cái vườn cổ, vườn vườn cây cổ. Это старый сад. Это старый сад, да? Это старый сад. Да. А, thì có cái tên cái công viên cổ đây là gì nào? Марсово поле. Марсово поле. Марсово поле, да? Марсово поле. Đó là một cái công viên cổ. Это старый парк. Это старый парк. À, thì các du khách nước ngoài và người Nga thường dạo chơi ở đây nào? Русские и иностранные туристы. Часто гуляют. Гуляют, есть. Здесь, да? Часто гуляют здесь. А, так, хорошо. А, thành phố cổ nè. Старый город. Ханой это старый город, да? Ханой это старый город. А, хорошо. А, Хо Си Мин. Thành phố Hồ Chí Minh không xanh lắm nè. Хо Си Мин не очень старый. Это город, не очень зеленый город. А, не очень зеленый город, да. А Ханой это зеленый город, да? А Ханой зеленый город. Я часто гуляю здесь, да? Я часто гуляю здесь. Гуляю. Да? Да? Вот так вот. А, thì như vậy, bài ngày hôm nay chủ yếu chúng ta ôn lại kiến thức cũ để là nhớ lại một chút và rèn luyện cái việc nói tiếng Nga của chúng ta đấy. À, em thấy rằng là gì nào nếu mà không học thường xuyên nó sẽ quên đúng không đấy, quên luôn, quên nhiều ấy đấy đó, cho nên là gì em chỉ khó xem lại các video cũ xong sau đó là gì ngồi nói theo nhé đó. Vâng. Lúc nào mà rối rãi thì lại mở một video ra xong thì ngồi đeo tai nghe lên xong ngồi cứ thế nói theo thôi đấy, nói nhiều lần vào đúng không nào. Vâng. Em phát âm tốt mà, em phát âm tiếng Nga hay mà đấy. Đó, chịu khó nói thôi, để cho nó khỏi quên. Ta khá là sure, thế như vậy là hôm trước thầy giáo đã giao bài cho em về nhà rồi này. Đấy, à, bài đó là gì nào? Đây là bài này này, đấy, đúng không? Đấy, có đúng chưa? Đúng ạ. À, đúng rồi, thế bây giờ đọc lại kỹ cái bài này nhé. Hôm sau chúng ta sẽ học cái bài này nhé. Khá là sure, đấy. Nhất trí chưa nào? Đấy. À, ладно, спасибо. À, bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong buổi học hôm sau nhé. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Да, пока-пока. Да.